Автомобильная группа «Авилон» открыла новый дилерский центр «Ауди» на исторической территории бывшего автогиганта – завода имени Лихачева. Именно этот автосалон станет одним из немногих дилерских центров марки в России, где будет представлена новая модель – электромобиль «Ауди e-tron». Это уникальный архитектурный проект, построенный в здании, где в 30-е годы располагался модельный цех завода ЗИЛ. Новое здание будто соединило воедино историю и дух современных технологий. Место было выбрано не случайно. Это место знаменито тем, что здесь собирались знаменитые автомобили ЗИЛ. И место является эпохальным в некотором смысле. Оно индустриально. И, соответственно, на этом месте родился автомобильный, самый масштабный в Европе, дилерский центр «Ауди Авилон». Общая площадь четырехэтажного дилерского центра «Ауди Центр Авилон» составляет 8400 квадратных метров. В первую очередь в глаза здесь бросается современный шоурум площадью более 2000 квадратных метров, разделенный на несколько зон и выполненный с учетом международных требований немецкой марки. Кроме того, интерьер отражает основные принципы «Ауди» – эстетику, продуманность и инновационность. Если вы обратите внимание на фасад здания, то он сделан из стеклянных панелей размером 3 на 6 метра, что является уникальным для российского строительства. И эти панели создают особую атмосферу света в шоуруме. Клиентам здесь предложат полный спектр услуг – продажу новых автомобилей и автомобилей по программе «Ауди с пробегом». Также здесь есть огромная на 2000 квадратных метров сервисная зона с самым современным оборудованием. Мы верим в успех «Ауди» на российском рынке. Именно поэтому инвестиции в дилерский центр составили порядка 3 миллиардов рублей. Инвестиции планируют окупить уже в течение ближайших 3-5 лет.